Крикунов. Разбегается Сочи. И замах Петрова. Крикунов. Гол. 1-1. Сочи сравнивает. Гениальная передача Алексея Петрова. Очень тонкая игра от защитника. Ну вот она, ответная атака Сочи. Ведь до этого выбегали уфимцы. Там передача Умарка в центр не прошла. И Сочи свою начал. Давайте смотреть, наслаждаться. Вот Крикунов разбегается, оставляет шайбу Петрову. Тот замахивается и низом эту шайбу запускает. Прямо на Крикунова. Илья сделал все прекрасно. Вот замахнулся Петров. Поверил этому замаху Ларсон. Увернулся. И пас не прервал.